Спасибо. Вот чувствуется, что даже в IT-сфере люди четко понимают, что артистам по большому счету ничего не нужно. Ну так уж как на жизни произошло, что нам за любимое дело стали платить гонорары. У вас же тоже так произошло, 100%. Вы там в компьютере что-то пробовали, искали, а тут раз вам за это деньги платят. Как хорошо. Дай Бог, чтобы у вас все получалось, все развивалось, кружилось. Кинозапись на 60. Это ж, ну, вот об этом все, понимаете? Сегодня здесь все сердца открыты, и каждый ловит ритм, и каждый ловит ритм. Вы бывали уже, что ли, на концерте? А, серьезно? Вас как зовут? Даня. Вы работаете в этой компании? Как вам? Нравится? Серьезно? Или просто начальство здесь? А, мне нравится, возьмите к себе. Да, спасибо, это большой комплимент. Мы постараемся, чтобы вы еще больше хотели оказаться в нашей компании. Ну, да, значит, еще раз. Имя Таня. Таня. Вы сколько лет работаете в Кензе? Можно так говорить? Кензе? Кензе? Да? Нет? Да. Не склоняем. Кензе. Кензе – это мероприятие. А как называется? Арбитраж. В арбитраже. Арбитраж? Сколько лет в арбитраже? Так, познакомьте меня. Арбитраж. Да. Нет, вы сейчас, ну, не прикалываетесь. Да. Нет, ну название классно, но вы же можете подшутить на мной. Я, наверное, за вечер буду вот это слово. Сколько лет в арбитраже? Таня, скажите, как называется компания? Арбитраж! Монатик, сколько лет в арбитраже? То есть вы с разных компаний, а здесь собрались сегодня здесь? Арбитражники! Да, можно, пожалуйста. Вы мастера! Мы еще не уходим. Это то, во что вам следует вложиться в ближайшее время. Вы, пожалуйста, свой номер телефона оставьте здесь на долларе, я вас наберу. На 100 долларов на купюре. Ну ничего, смотрите, я верю, что если мы должны будем с вами встретиться в жизни, мы встретимся. Но сегодня вечер, Таня, смотрите, как она сегодня. Так, смотрите, тут вы с супругом пришли, да? Супруга как зовут? Дима. Дима, как вам мое перевоплощение, как будто я не знал. Просто Дима подошел ко мне перед выступлением, еле прорвался в гримерку. Не надо с тобой поговорить, пожалуйста. Я говорю, хорошо, давай. Я говорю, Дима, в чем дело? Говорит, там будет Таня. Передай ей, пожалуйста, смотря в глаза, вот эти слова. Очень важно. Ты так особенный. Ни взгляд, ни мысли от тебя не отвести. Взяла, сложила голову, одна из них моя. И я не устоял. Упал в твои глаза, как в пропасти, не выбраться, не вылезти, да и не хочется. Сегодня ночь красивая, и я чувствую, мне может повезти. Ведь реально, никого не вижу, ничего не нужно. Как жить теперь, скажи, Таня, когда вокруг одного тебя весь мир кружит? Так особенно сегодня чувства кипят, так говорят.